топоре нет ячейки. Поехали. Да, чуть поменьше урон. Хочет меня жарить. Шу нахер. Дерьмо, блин. Они же фуловые. А, нет, они были фуловые. Все, вопрос. У меня есть одна тупая идея, но что для ее исполнения на тебя надо уйти вниз. Боремся с червями пустоты, но тут охраняют роботы. Еще в ахере. Че за пузырек? Через все время одно. Я и забыл. Я ж могу нажраться зельями, у меня же целая жопа. Еще зелье? Угу. Сопротивление воздуха. Давай, бухарь. Еще по одной. На вечного стража кинь мне цепь. Если можешь.
Да. Алло. Все веселье. Еще не пропустил. Кинь цепь на стража, который около меня, который с увечьем. Чтобы они чисто тобой не занимались, чтобы они продолжали меня убить. Алло. А почему именно тот, который с увечьем? Потому что он один из немногих, у кого нет физброни, на кого можно кинуть цепь. Ну, он там дальний, у того тоже нет физброни. Ну, или того-то, нет, без разницы. Просто это ближе к тебе. Ну, этот, собственно, единственный, до кого не стою. Давай я физуку поснимаю с остальных. Хорошо, да. А, блин, можно блиц атаку взять. Ну, тогда вот этому вечному стражу, который стоит около... на котором ты зацепился, точно пиздец. С 1400 этого? С 1093 пора. Почему это? Сейчас посмотришь. Лучше выпить что-нибудь на маг брони. Много. Много. Много маг брони. А, в этом смысле. Зелье... А, да. Что оно есть, что его нет. Он сейчас сложится. А теперь чё, зачем я все это затеваю?
Чуваки, тут в окрестностях арт-батарея завелась. Хорошо рвануло. У тебя теперь много ячеек. М? У тебя, говорю, много конденсаторов теперь. Значит. А, там артефакты. Конденсатор отключил. Кольцо с искусством убийства. Чё кольцо? Кольцо с искусством убийства. Кольцо с пропал. М? Кольцо с пропал. Искусством убийства.
О, тролль. Пошли его нахуярим. Может, не надо. Что значит не надо? Ну, только стоп, где нажраться. И столько надо день нажраться. Я знаю одно место, где нам обязательно дадут пиздюлей. Мне нужна помощь. Серьезно, что сразу разрыв сухожилия? Зашибись. А чем он снимается? Ничем. Охуеть. Я не понял. Кто тут обидел моего друга? Он просто без суда и следствия. Что-то как-то далековато он берет. Достал с такого расстояния, я не могу. Потому что он на возвышенности стоит. И кстати, там есть чувак с аурой безмолвия. У нас будут только оружие, не навыки.